Всем добрый день! Вы на канале Клумба 7. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании к этому видео и в описании нашего канала. Ну а я продолжу знакомить с моими розочками. Еще один очень красивый сорт – это роза Женевьев Арси. Роза относится к группе Флорибунда. Компактный сорт, высоту вырастает в наших условиях, а у нас третья климатическая зона Кировская область, сантиметров 70-80, куст раскидистый, в ширину сантиметров 50-60. Побеги прочные, жесткие, с умеренным количеством шипов, не склоняются под тяжестью довольно крупных цветов. Цветов появляется много на каждом побеге. В среднем насчитывается 3, 5, 6 цветочков. Цветок крупный, в полном распуске до 12 см. Густомахровый серединку не показывает. Розы имеют очень красивый цвет, различные оттенки. Светло-розового, розового, медового, желтого, золотистого. Цвет розочки может меняться в зависимости от времени суток и температуры. Стойкость цветка хорошая на прямом солнце, на жаре держится более 8 дней, выше среднего. Дождем портится незначительно, только когда наступают затяжные дожди постоянные, только тогда могут и цветочки загнивать, и внешние лепестки становиться немножечко неряшливыми. А так, в целом, стойкость у этого сорта, у этого цветка довольно хорошая. Роза цветет две волны, есть перерыв около 2 недель. Красивая темно-зелено-глянцевая листва, устойчива к заболеваниям. За несколько лет она у меня ни разу ничем не болела. Ну и плюс ко всему морозостойкость и зимостойкость. Роза прекрасно зимует без каких-либо потерь. Плюс ко всему роза довольно ароматная. Аромат как у чайных гибридных роз. Довольно сильно ощущается, особенно в безветренную погоду. Очень замечательный, достойный сорт. Эту розочку я также всем рекомендую. За очень красивое обильное цветение, за аромат и за неприхотливость. Еще одна розочка в этом видео – это Easy Does It, тоже относится к группе Флорибунда. Высоту сантиметров 80, тоже довольно раскидистый, в ширину сантиметров 50-70. Цветов тоже появляется большое количество, на каждом побеге в среднем по 5-6 цветочков. Цветок крупный в полном распуске, 10-11 сантиметров. Очень красивого цвета, цвет яркий, который меняется последовательно. Вначале алый, потом оранжевый. Имеются абрикосовые оттенки, на какой-то стадии отцветания даже малиновые. И, наконец, в конце цветения проявляется небольшой светло-розовый оттенок, а особенно по краям лепестков. На любой стадии цветения цветок меняет свой цвет, что очень интересно. Роза цветет две волны с перерывом около 2 недель. Розочка Женевьев Арси и Easy Does It у меня растут рядышком. По форме куста, по высоте они примерно одинаковые. И цвести тоже начинают в одно и то же время. Цветут продолжительный период времени и заканчивают в одно и то же время. Стойкость цветка у них похожа. Easy Does It цветочек держится на прямом солнце на жаре 5-8 дней, прохладное время подольше. Дождем цветок у розочки Easy Does It не портится, довольно стойкий. Ну, плюс ко всему, роза ароматная, аромат средней интенсивности. Когда начинает цвести, это какой-то фейерверк, очень яркие, красивые цвета, которые меняются изо дня в день. Очень красивая роза, обильное цветение, неприхотливая, прекрасная зимостойкость, плюс аромат. Эта роза, этот сорт не имеет недостатков. В этой розе мне нравится абсолютно все. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!